Двукратный чемпион Казахстана, первая в истории казахстанская команда, попавшая в групповой этап Еврокубка, футбольный клуб «Шахтер» в последнее время показывает не лучшие результаты. Почему любимый карагандинцами футбольный клуб теряет прежнюю репутацию? Это решил выяснить Акимобласти Ерлан Кушанов. Команда скатывается вниз. И больно смотреть. Глава региона обеспокоен тем, что шахтерская команда находится на последних позициях турнирной таблицы регионального чемпионата страны среди команд премьер-лиги. На встрече с футболистами Ерлан Кушанов выразил свое недовольство по поводу неудачного старта чемпионата. Мы огромно деньги вложили. Это народные деньги. Это деньги карагандинцев. Они ждут от вас игры. Десятки тысяч болельщиков. Ну как вы можете здесь мне говорить? Мы сделаем. У нас времени нет делать. Руководящий штаб команды назвал разные причины плохой игры, а директор клуба и вовсе отметил, что всему виной травмы игроков, полученные в ходе матчей. Ситуация именно по травмам наших основных игроков, то есть футболистов. Мы уже потеряли лица. В настоящее время мы уже 8 человек. Если даже брать последнюю нашу игру, это вчерашнюю с Тобулом, опять-таки мы потеряли 3 футболистов, которые получили травмы. Однако тренер команды утверждает, что игры проходят плодотворно. Алексей Еременко заявил, что дальше показатели будут лучше, ведь в команду отобраны лучшие игроки. Что я говорю плодотворно, те построения команды, тех игроков, которые мы взяли, мы рассматривали их внимательно, давали время с нами потренироваться, смотрели, как они воспринимают тактику, как они отживаются в коллективе. Обязательно каждый игрок сыграл одну игру, хотя бы одну игру или 2 игры, и только после этого принималось решение, подписывать их или нет. Но как главный тренер я просто говорю, что я верю в эту команду. Это команда, хороший коллектив, который достоин выше места, и они сделают так, что мы будем там. Это я гарантирую, я в этом уверен. Но также в ходе встречи были высказаны недовольства касательно работы руководства клуба и тренерского штаба. К примеру, в начале сезона в Кызылординский футбольный клуб перешел нападающий Максат Байжанов. Мы отправили Байжанова, отпустили, с ним разговаривал Салашен и предложил на 500 000 тенге больше месячно. Но когда с ним по скайпу разговаривает Акимобласти Кызылорды, это же говорит о многом, почему не говорить об этом? На него пацаны смотрят, после тренировки остаются смотреть. И когда я удивился, когда я Байжанову позвонил, он говорит, окей, я говорю, со мной, вот кто разговаривает, у Салашенко. Он мне 500 000 тенге увеличил зарплату. Послушав все высказывания руководителей клуба, глава области Ерлан Кушанов заявил, что за нынешние показатели должно быть стыдно. Не пойдет так. Через месяц встречаемся. Договорились? Через месяц. Или вы дома пойдете, или будете работать дальше. Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» с начала нового сезона провел 7 игр, где набрал только 3 очка. Ни один матч не был выигран, 3 матча сыграны в ничью. По общим итогам, сейчас он находится на 11-м месте турнирной таблицы. На исправление ошибок и улучшение результата Акимобласти отвел 1 месяц. Фаризалбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.